Добрый день, я приветствую зрителей моего канала. Вот, ну, укоротил я столик, уже установил тесочки. Единственное, что оказалось, нет места моему пылесосу вот этому циклону, так как там я забыл, что стоит у меня. Стоять у меня будут тесочки. Вот, а здесь ящики, которые со временем с этого угла переедут вот сюда, ближе. Потому что вот в это пространство нужно еще будет устанавливать фрезер в стол. И я решил вот это вот все более-менее организовать. Каким образом? Так, видите, два места занимает. Если пылесос поставить над циклоном, то получится такая вот этажерочка. Она будет занимать место меньше, и можно будет ее перемещать вот по комнате в нужное место. Так что я набросал чертежик, я покажу в скетчапе. Вот. И буду изготавливать эту этажерочку на колесиках. Вот для этого буду использовать, вот у меня есть обрез вот с этого, вот с этой ДСПшки, которая стояла здесь. За счет укорочения оказался вот такой вот кусочек, и из него я буду делать. И вот еще есть кусочек вот такой фанерки, купил вот 4 колесика, и в дальнейшем все сейчас будем это собирать и показывать.
Решил вас не утомлять сборкой всей этой конструкции, склейкой мелких деталей. Сразу покажу вам изделие. Вот видите, вот оно. Легко перемещается, тут ручка есть. Похож на такого робота, сюда еще глаза ему наклеить, и точно будет робот. Вот нос у него. Такая вот у меня получилась штука. Он быстро очень приводится в рабочее состояние. Вот смотрите. Уже шланг мы достали. И теперь раскручиваем провод, включаем. Тут кнопочка есть сразу на уровне. Вот. И посмотрим, как все это, из чего она состоит. Да, вот у меня пылесос Makita. Вынимаем шланг. Вот. Поднимаем вверх. Все, пылесос сняли. Доступ к нашему циклону и пылесборнику. В общем, теперь можно его вот разбирать. Чистить. А вот та несущая часть, эта жарочка такая легенькая, простенькая, нет лишних деталей. Вот. Изготовление ее тоже не затратно. Вот. Почистили наш сборник пыли. Вот. Вставляем. Ставим наш пылесос. Вот так. На месте подключаем и все, включаем вперед. Что мало сказать, тут все, всем все ясно, очень удобен, компактный, можно перемещать в любое место, это я уже сказал. Ничего сложного, материала минимум для этого нужен. Хорошо смотрится. Все. Спасибо за внимание.